Здрасте, дорогие зрители и подписчики! В сегодняшнем видео я вам расскажу такой рецепт, проверенный годами. Это засолка грибов таким быстрым способом. Эти грибочки будут уже готовы где-то через сутки. Вот, не надо будет ждать ни месяц, ни сколько. И можете их, по этому рецепту грибы хранятся в холодильнике от 2 до 3 месяцев. Ну и, как я уже сказала, будут готовы они через сутки. Так что вы можете их уже кушать. Через сутки вообще подойдут прекрасно под картошечку. Если их заправить маслицем, все там ингредиенты уже никакие добавлять не нужно будет, потому что мы во время засолки их уже добавим. Поэтому вот очень такой удобный рецепт, быстрый, подходит для засолки грибы любые, ну, съедобные, естественно, грибы. Вот, ну, сейчас я вам его расскажу. Кстати, у меня вот есть видео, как мы собирали эти грибочки, огромное множество их в лесу. Можете посмотреть видео и позавидовать нашему урожаю грибов тихой охоты. Вот, поэтому я еще, кстати, призываю вас подписываться на мой канал, комментировать видео, ставить лайки. Лучше становиться спонсором моего канала. И мало того, получите множество бонусов, но еще и очень поможете мне, моему каналу, чтобы он радовал всех вас заранее. Всем спасибо. Итак, переходим к рецепту. Итак, мы наши грибочки промываем, очищаем, и сейчас будем резать, ну, небольшими такими кусочками. Промытые и порезанные грибы мы варим до готовности, смотря там вот какие грибы, лисички, вот даже полчаса хватит. Ну, у меня тут и лисички, разные грибы. Вот, потом мы сейчас, как они будут готовы, откинем их на дуршлаг, чтобы стекла водичка. И потом будем солить. Когда варим, снимаем вот такую вот пеночку. И помешиваем, чтобы они не прилипли. Вот мы в посуде, которой у нас будут засаливаться грибы, я на не очень мелко нарезала чеснок, вот такие зонтики от укропа положила и соль. Все эти, сколько количества, я вам под видео, как обычно, напишу. И теперь мы всыпаем наши грибы, которые вот у нас уже оттекли на и теперь можно их смешивать с нашим содержимым, который вот мы с чесночок, с солью растолкли, с укропчиком. Ну, также можно это все засолить и в баночки, и тогда у вас они посохранятся подольше. Вот я сейчас перемешаю и сверху еще вот на, как бы типа пресс сделаю нашим грибам, таким блюдечком, крышечком. Но главное, чтобы грибочки как бы придавились. Ну вот уже, наверное, и все. Все секреты вам открыла. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте видео, ставьте лайки и до встречи. Пока-пока.